об отношении к жизни, музыке и Богу. В Екатеринбурге презентовали книгу «Духовный путь» Петра Чайковского. Она написана в честь 180-летия со дня рождения композитора на основе его дневников. Совершенно великолепный документ. Дневник номер 8, который был написан на тот случай, если после моей смерти, пишет Чайковский, не безинтересно будет узнать мое отношение к некоторым явлениям. И вот этот очень необычный дневник, Чайковский начинает с рассуждений о Боге, сравнивая Ветхий и Новый Завет, он их читает параллельно. На страницах книги также запечатлены размышления Чайковского о своих современниках и семье, которая воспитывала его в любви к Богу и доброте к людям. Свое начало духовная биография берет 20 лет назад с обширной научной статьи. А сам проект появился только в 2017 году. Текст был существенно расширен. Подобраны редкие фотографии, добавлены обширные цитаты переписки с композитором Сергеем Танеевым. Несколько экземпляров книги теперь передадут в библиотеке города. Я вижу большое будущее этого проекта. Мы будем его переводить в разные форматы. Это будет не только книга, это будет аудиокнига. Это, скорее всего, я постараюсь, чтобы получился фильм документальный. И, возможно, какая-то мультимедийная платформа для более молодого поколения, которому тут удобнее всего в электронном формате делать.